Здравствуйте. Расскажите несколько слов о нашей школе, что нравится, что не нравится и как долго уже вы занимаетесь. Ну, о школе услышали случайно, но очень рада этой ситуации. Более того, вот здесь в группе все мальчики, а мы сюда привели дочь. И именно из-за того, что услышали хороший отзыв о том, что вот командная работа, она очень хорошо развивается на таких занятиях. Дочка очень довольна, ходим уже больше, чем 2 месяца. И то, что она здесь получает, она иногда даже дома применяет. Вот она говорит, что все мальчики играют в футбол, и ей самой очень нравится вот эта среда настоящих тренировок. Вот, играть с настоящим мячом и сражаться за него – это очень хороший навык, который она получает здесь, в этой школе. Отлично. А как вам наша методика и наш тренер? Как? То, что вот я вижу здесь, я родитель, прихожу почти каждое занятие, смотрю, как играет дочь, как занимается тренер. Очень подкупает то, что тренеры этой школы обращаются с детьми, ну, конечно, как с детьми, но очень много привносится в тренировочный процесс из взрослых тренировок, когда очень небольшой процент делается скидки на то, что это маленькие дети. С ними обращаются по-взрослому, от них требуют по-настоящему, и они привыкают ко взрослой жизни, к тем требованиям, которыми они столкнутся в более взрослом возрасте. Отлично, спасибо. И порекомендовали бы нашу школу другим родителям, которые ищут место, где заниматься футболом? Да, безусловно. Мы рассказали уже об этой школе, не знаю, насколько как бы это услышано было, но то, что мы всегда подчеркиваем, что ребенок занимается футболом, когда это слышит, что дочь занимается футболом, все очень удивляются, и когда мы рассказываем, как это происходит, и когда у дочери горят глаза, когда она тоже кому-то об этом рассказывает, безусловно, это подкупает тех, кому мы об этом говорим. Мы очень рекомендуем тем, кто хочет занять своего ребенка активным видом спорта, приходить в эту школу и заниматься здесь с этими замечательными тренерами. Спасибо большое, всего доброго. До свидания.